как правильно называть наше женское место. Вульва или вагина? Вульва или вагина? Вульва или вагина? Так, как когда-то его называли в детстве твои родители. Пельмешек, пирожок, в конце концов вареник. Как будто раньше сексом занимались только в столовой. Говядина или свинина? Вульва или вагина? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Я вам с гордостью объявляю, что открыт конкурс на лучшее название чаечного места, ребята. Пишите в комментариях, только корректно, пожалуйста, да? Вульва или вагина, говядина или свинина. Дальше. Пирожок, пельмешек. Пельмешек, ребята. Что-то жрать хочется, ребята. Сейчас пойду жрать. Давайте пока послушаем другую чаечку. А, правда за дело, да? Зачем добиваться? Ту, которую уже 40 раз добивались. Сама в шоке, если честно. Я же везде говорю, что, допустим, вот, ну, конкретно я не знаю, может, вы о какой-то другой женщине, что я не ищу отношений. Нет, вот. Зачем это кому-то надо? А потом, вы тоже смотрите, 40 раз добивались. Ну, значит, есть что-то такое, чего хочется добиться. Понимаете? Есть люди, которых вот не хочется добиваться, и с которыми быть не хочется, в принципе. Сколько бы им лет не было, то есть 18, 20, и девственницы, там, и не девственницы, и были они замужем, и не были. А есть вот и 60, и вроде уже и все добивались, а вот есть что-то такое в человеке, что цепляет. И это причем не зависит от гендера, например. Понимаете? Это зависит от личности человека, от его ресурсности, от его кругозора, от того, насколько с ним... Она хоть знает, что такое гендер, нет? Интересно, насколько с ним комфортно. Вот есть люди, с которыми прям ты вот как с солнышком раскрываешься, понимаете? Таких людей не очень много. А есть люди, с которыми хочется пойти повеситься. Ну, это реально так. И это не зависит от возраста, это не зависит от, там, от гендера. Это вот зависит от внутренней наполненности человека. И есть специальные упражнения, mm-hmm. есть, в принципе, занятия, которые позволяют тебе наполниться. Например, чтение, там, образование, изучение, увлечение, отношения. Там. Ну, то есть очень много вот таких факторов, которые делают человека ресурсней и желанней и как друга, и как партнера, и как, я не знаю, ну просто даже соседа, понимаете? Вот один сосед, не дай бог, а другой вот счастье на всю жизнь. Вот у меня соседи. Вчера устанавливали камеры. Он пришел мне, все там помог, там удлинитель там притащил, что-то такое. Там одну поставили на их стену. Да, пожалуйста. И расспросил. Вот, ну, красота. И вот приятно знать, что у тебя такие соседи. И с одной стороны, и с другой стороны, что ты можешь к ним обратиться, и ты чувствуешь себя безопасней. Вот и все. Поэтому не зависит, понимаете, не зависит наполненность человека, его ресурсность, от количества партнеров или от его возраста. Ага. Ну, 100%, ребят. Ну, конечно, услужливый сосед, значит, хороший. Да, вот мужик пришел, удлинитель принес там, и на стену мой, да, вешайте вообще без проблем, да, ну... Девочка ж попросила 100%, да, ребят, такая, а у них так всегда, вот если, допустим, мужчина услужливый, он выполняет просьбы, он делает подарки, там, я не знаю, там, он во всем соглашается, то есть, не перечит, он будет хороший, да, вот, и это там сосед, мужчина, там, я не знаю, там, коллега на работе, там, и по подъезду, там, сосед, по квартирам сосед, неважно, в принципе, кто это, там, на улице какой-то прохожий, типа, дверку в магазин открыл, хороший мужчина, не открыл, козел, вот, место в автобусе уступил, хороший мужчина, не уступил, понятно, кто, да? Вот и все. Слушайте, самый первый признак, ребята, что чаечку это задевает, то, что она записывает эти ролики. Вот, ну, комментарий здесь какой, ребят, написано, типа, что правда за дело, да, зачем добиваться ту, которая уже 40 раз, которую уже 40 раз добивались, да? Вот, и она, типа, якобы вот отвечает, да, вот, но если тебе было бы все равно, и она говорит, я отношения не ищу, а зачем ты ролики записываешь на эту тему, для чего? Ну, не нравится, точнее, тебе пофигу, ну и фиг с ним, да, зачем ты эти темы поднимаешь же сама, там, комментарии их миллионы, как бы на них отвечать, это такое себе, ладно, это все фигня, значит, задевает, да. По поводу 40 раз добивания, слушайте, оленякам вообще пофигу, сколько там, хоть 540 раз добивались, да, вот это вот все он послушает, сказать, типа, количество партнеров не важно. Главное, чтобы мужчина был услужливый, и так, я не знаю, там, во всем соглашался, там, и так далее, и тому подобное, чтобы все было хорошо, да?
И все. И, пожалуйста, допустим, он пришел, подарочки там и так далее, там 240 добивались их, там 1 040 000, да в принципе не важно. Им это, они слушают вот чаечек и все. И самое интересное, ребят, что вот чаечки им еще это за преимущество выдают. Слушай, так я ж все умею, я ж все знаю уже, там 40 раз мне добивались, я опытная, тебе ж это за счастье, братан. Я и борщ сварить сумею, и минет сделать сумею, и массаж сделать сумею, если заслужишь, конечно, если будешь обеспечивать меня хорошо. Ты должен гордиться этим. И даже то, что у меня прицепчики есть, ты тоже должен этому радоваться. Я ж уже опытная мама. Ты представляешь, ты сейчас найдешь, допустим, какую-то секельдявку неопытную, да? А она мамой быть не умеет, она будет все там ошибки совершать, там будет там депрессовать, типа, ой, ничего не получается, боже, помогите, там и так далее, да? А я уже все умею. Я тебе сейчас ребеночка рожу и уже все знаю, да? Ну, есть у меня еще двое, ну и что? Ну, обеспечивать ты их будешь, ну и что? Ты же настоящий мужчина, да? И они это всерьез выдают, ребята, за преимущество, и оленяки это хавают. Ну, было у меня там 240 мужиков, и что? Слушайте, я не то чтобы придираюсь там в том плане, что я как бы там, типа, считать там ее половых партнеров. Мне это вообще нафиг не надо, ребят. Ну, просто для взаимодействия, допустим, там этого делать не надо, там, подсчет этого вести. Зачем? Ну, там, встретил ты чаечку, повзаимодействовал с ней, там, да, раз, два, три, пять, и все. Но если ты там пытаешься с ней создать семью и говорить, типа, якобы, что, да, какая разница, сколько там было партнеров, ну, это уж, извините меня, такое себе. После 50 или 150 или 350 туда лезть, создавать с ней семью, ну такое себе. Повзаимодействовать, пожалуйста, почему нет? Поотношаться. Ну было и было, и у меня тоже было как бы. Ну я же так, самое интересное, понимаете, они же требуют там, давай, давай этот жениться, обеспечивай меня там и так далее. То есть ты на количество там пройденного пути, так скажем, не смотри, но тем не менее обеспечивай. Еще и за преимущество это выдаю, да, ребят? Ну, прикольно вообще-то. В общем, ребята, советую вам не обращать внимания на подобную ересь. Добавляйтесь, конечно же, ко мне ВКонтакте. Друзья, ребята, это наша запасная площадка. Мало ли что, а мы там на связи. Все ссылочки есть в описании, ребята. Не займет много времени. Два клика прошли, добавились, и все без проблем. Добавляйтесь в закрытую группу Telegram, ребята, там очень-очень много контента интересного, которого нет и не будет на YouTube. Проходите ко мне на сайт, ознакомляйтесь с моими курсами, кому это интересно, там их моих 5. Самый популярный это «Как взаимодействует женщина без потерь». Кому будет интересно, пишите мне, конечно же, в личку. Ребята, здоровья вам, удачи, здравомыслия и обращайте внимание на то, что говорят женщины. Вслушивайтесь. Не просто послушал и все, гуляй, Вася, ешь опилки, я директор лесопилки. Подумали над этим, потому что вот так вот мужчины, к сожалению, попадаются. А, что там, ладно. И хоп, а потом развод, распил имущество, алименты. И приехали. Удачи вам, ребят.